Привет всем моим подписчикам, подружкам и знакомым. Сегодня мы приехали в гости к нашей Людочке. Мы ее между нами, девочками, называем Люда Джурли. Ну, потому что потом называем иногда Люда Винтедж. Ну, в общем, она занимается винтажными изделиями, драгоценностями. Поэтому мы ее Люда Джурли прозвали. Девичник, середина недели, решили приехать в Людочку поздравить. Я с Елинкой, After School. Привет! Расскажи, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы взяли себе нового члена семьи? Да, расскажи, как, на что сподвигло? Ой, такая история. Я один раз домой возвращаюсь и смотрю, у меня на фронт-ярде перед домом маленькая-маленькая собачка, чихуахуа. Малюсенькая такая, лохматенькая какая-то. Такая потерянная вся, она около нашего дома тут ходит. Я думаю, ну, собачка-то нищая, что ли. Я ей, значит, позвала скорее, думаю, что она пить хочет, есть хочет, колбаски и так далее, как мы приняли. Ну у нас. Да. Я да. же никогда собак не держала. Я не знаю, что надо сухим каким-то или каким-то специальным кормом кормить. У меня сразу мысль была человеческую еду ей дать. Да. Колбаску, мяско там все. Ну, я дома колбасочку взяла, прибежала, там хлебушка, там что-то, я не знаю, что-то вкуснятинки какой-то ей принесла. Она так с такой жадностью ест, ест, ест. То еще и голодная, думаю, наверное. Ой, какая голодная собачка. Она, знаешь, чихуахуа, но у нее три волосинки каких-то длинненьких. Потому что чихуахуа, я потом узнала, у них есть длинные шерстки такие, длинная шерсть. Шакира. Да. И я, короче говоря, и вот колбаску ей дала, все, она сидит здесь, а мне надо за Никитой в школу срочно ехать. Я быстрее ее оставила тут. А, я принесла ее домой, привела. Норма, ну, говорю, норма, вот собачка, надо ее как-то определить, она... Да, не, брось, не бросать же на улице. Да. Я говорю, поставь ее в бэк-ярд, положи ее, чтобы она не убежала. Я потом приду, разберемся. Я быстро за Никитой съездила, приезжаю, думала, он ее в бэк-ярд, он ее положил, в бэк-ярд поставил. Ну, принес бэк-ярд. И я приезжаю, она сидит у нас в фронт-ярде около двери, и меня уже так вот сидит и ждет меня. Ну, у нас, мы когда с Никитой пришли, я смотрю, она не в бэк-ярде, а у фронт-ярде. Я потом домой прихожу, говорю, ну, а ты что, не положил ее? Ну, не бэк-ярд. Он говорит, нет, я, говорит, это самое поставил. А там дырка была, она обратно вернулась. И ждет меня, когда я колбаски передам. Короче говоря, мы решили ее шелтер. Потому что мы не знаем, она больная, чья она, может, она чья-то, может, соседи, может, что. Мы кто-то ищет, может, страдает. Может, кто-то ищет ее. Мы ее взяли в шелтер, там уже разберутся. Мы ее отправили в специальную организацию, с которой по собакам она все знает, у кого есть чипы, она по чипам может считать, кто хозяин, кто что. Но у той собачки не было чипа, но они ее все равно взяли, сказали, мы найдем хозяина. И мы потом узнали, что эта собачка наших каких-то там соседей дальних. И они ее потом обратно забрали. Узнали. Ну хорошо, нашлась, да? Она нашлась, хозяева, ее имя принцесса было, короче, все в порядке. После этого я решила такую же собачку завести. Но я единственное хотела йорки. Я хотела йорки, потому что от них шерсти нет. Да. У них шерсть как вот у человека. И они очень умненькие. Все. И я стала искать. Я по шелтерам ходила, по всяким этим... Вот все не зря было, все не зря было. Да, искала, искала, я не нашла нигде. Как только один раз в Крыгни зашла, специальная газета такая онлайн, где продается там все. Петля, да? Дома, земля, шмотки. А, все там, да? Все там, собаки, все. Знакомство, это специальный Крыгни.
я только туда зашла, уже в отчаянии, смотрю, там женщина какая-то пишет. Вот Йорки, маленькая собачка Йорки, нам нужно некому за ней смотреть, потому что женщина где пожилая, где-то по госпиталям, все время она болеет. Нам нужно срочно ее куда-то в хорошие руки представить. Угу. Я тут же 10 писем написала, ой, пожалуйста, мне позвоните, я хочу. И ее была фотография. Я увидела, и все, я тут же загорелась. Короче говоря, одна мне прислала адрес, я на следующий день приехала. Мы ее тут же купили. Ну, и сделала себе подарок. Я сама сделала себе подарок. Дело в том, что мы когда на бумаге-то я почитала, нам дали с ней бумаги, она родилась мой день рождения. Точно мой день рождения. 5 мая она родилась, у меня день рождения 5 мая. И, майская. Да, майская. Вот подарок тебе на день рождения. Это было... И это все не случайно. И та потерянная собака, и вот это все не случайно. В нашей жизни вообще редко что случайно. Все закономерно. Поэтому, вот, такая сейчас... душка, смотри, покажи. Она давай. Уже на моих коленях там смотри. Засыпает. Она только такое... сидит со мной, только на моих коленях. Да мы все пытались, уже целые часа два пытались взять в руки. Она больше, чем на 3 секунды ни у кого не задерживается. Все ищет хозяйку. Она все время, как ребенок, просится на руки. И при этом, как Людка рассказала, что она... не лезет на кровать, на постель, у нее свое место, какая она воспитанная, слушай. Да, она ужасно умная. Я никогда не думала, что такие умные собаки бывают. Сейчас сколько лет? Ей сейчас 6 лет исполнилось, вот 5 мая. 6 лет. А собаки живут сколько? 15? Ну да, где-то 15-13, может быть, лет. Так жалко, да? Хоть да. бы 20 лет пожили. Да, не говори, Норма говорит, если что-то с ней случится, я говорит, не переживу. Ой, он ее очень любит, безумно просто любит. Дело в том, что она без ошейника ходит, она не любит, когда на нее ошейник одевает, но если она без свободная, да, independent. Она independent, но она не находит больше, чем на метр от нас. Все время с нами. Ну, слушай, вот, ну вообще... Джема. Джема. Джема, слушай, как джемстоун, как драгоценность переводится. Джем, Джема, ну по-нашему это вот как слышится Джема, это как джем. Как а на самом деле драгоценность, да, драгоценная? Да. Джемстоун, да, джем, да, драгоценность, драгоценный. Джем. Драгоценный камень. Джема, это из-за того, что девочка Джема. Угу. Джема, а вот... Это было ее имя в этом... Да ты что? А вот, дорогие друзья, дорогие подписчики, мы у нас в компании две Люды, и именно нашу именинницу Люду мы называем Джули Люда. И вот ее собачку Джема зовут. Вот это вот означает это Джули Джема. Да, это Джули. Так что вот ее собаку тоже Джули. Я не Люда, я Мила. О, Мила, Мила из Калифорнии. Люда стала Милочкой. Я Милочка. Да, у нас одна Люда. Да, это Милочка, это тоже у нас как твой никнейм, можно сказать, да? Это никнейм, да. Но потому что я работаю в Мэйсисе, никто не может произнести Людмила. Рыбалку. Люда, но они не понимают. Тяжеловато, такого, да. Людмила им легче. Поэтому... Мила, Мила, очень мила. Людмила, и... это как никнейм. Пожелание. Людочка, я хочу сказать, что тебе очень к лицу идет твое имя Мила. Да, ой, спасибо, дорогая. Про Джему узнали. Джема, ой, nice to see you, nice to meet you. Да вообще, такая душка. Какая почему умная. У нее бантика нету? Обычно мы ты... Ну, вот надо было на день рождения своей юбилей, мамы, да. So lovely, Джема. Джули. У Люды Джули появилась новая Джем. Джема. Желаю вам долгих лет счастья, да, совместного счастья, здоровья, благополучия, чтобы... Вы всегда были вместе, не расставайтесь. И я так думаю, что скоро у Джемы появится jewelry. Да. Слушай, надо мне на нее ошейник красивый. Что-нибудь красивее. Да у меня она не любит, она они не любят, да. Ничего. Mm-hmm. Никаких этих она... Просто для фотографии, да, иногда. Mm-hmm. Ну, да. Ну happy birthday,
Хотела сказать Джорли. Дима, я иду, у нас в один день день рождения. 5 вот, мая. С днем рождения вас, дорогие девочки. Да. Хочется вам пожелать всего самого-самого наилучшего, чтобы мы всегда вас представляли вместе счастливыми и такими умиротворенными. Джеми 6 лет. Джеми 6 лет. А мне не буду говорить. А, не будем говорить, это секрет. Секрет. Ну все, значит, за это надо поднять тост. Бокалы, давайте. Так. За это мы выпьем. За нашу Людмилу и Джему. У них в один день день рождения. Это какое счастье. Вот это вот. Она вообще. Она у нас только нюхает. Ну все, чин-чин.
Одна из коллекций нашей Людочки. Людочка, покажи. Я коллекционирую музыкальные шкатулочки. Шкатулочки. Смотрите, дорогие друзья, человек со вкусом. Можно вот эту вот крышечку показать? Смотрите, как красиво. А вот сейчас музычку вы узнаете. Вот. О, Господи. Поставь. На своем телефоне. Пардон, ребята. Это филинс, я хочу сказать. Филинс. Ну-ка, дай. Помните, такую было? Филин. Честно признаться, я сейчас не признаю. Извините меня. Извиняйте меня, ребята. Вот смотрите, я вот увлекаюсь. Вот это другая, вот смотри. Увлеклась всем этим, что музыку не слушаю. Посмотри. Такая красота. Да вот мы не зря же ее Людой Винтаж прозвали. Называем. Это ж какие нужно коллекции собрать. Это сломанная была. Это мои свекровки в 40-х годах из Германии. После войны ей муж подарил. Когда было землетрясение. Расскажи, пожалуйста, подробнее немножко. Вот про это? Угу. Ну, вот эти духи, я не знаю, это, по-моему, винтажные духи, они называются... Можно понюхать? Бал оф Версал. Бал Версале. Можно послушать? Давай. Это винтажные. Ой, слушай, какой запах. Угу. Ой, это, знаешь, мне напоминает опиум. Это очень-очень старый запах, очень. Он не пропадает. Джан Деспресс какой-то. Короче. Слушай, я влюбилась в этот запах. О, как. Это мне напоминает... С винтажных. Смотри, старый запах, и он такой ретро-запах. Его сейчас редко встретишь. Вот такие вот запахи я встречаю, например, в парфюмах, кому плюс 50 лет. Mm-hmm. Это вот опиум, это вот Black Orchard, да, вот они, вот такие вот интенсивные. Вот эта рамочка я последнюю купила на последней распродаже State Sale, наверное, неделю две назад. Ну, ее можно на стеночку или так поставить, она в стекле, она очень... Ну, там можно вставить. Очень красиво, необычная. Люд, очень... можно фотографию вставить? Да. А это? Про это можно? Ну, это я не знаю, просто я люблю вот эти парфюмерные флакончики. Тут, может быть, ничего и не было. Там и может, нету, просто, да. Может быть, флакончик. Но флакончик просто красивый. Просто я люблю красивенькие флакончики, да. Может быть, даже без запаха. Ну, вот я также вот хочу показать, красиво. Вот смотрите, да, у нее даже на потолке, смотрите. Вот это на потолке последнюю я на мотоцикле купила в этом, на Карибских островах, когда мы были. Mm-hmm. Я просто для Карибских. I can't find it. Да, вот этот флакончик фирмы Avon. Avon. Очень давно эта коллекция была Avon. Да, Avon. Они делали и машинки, и все на да, все, помню, на все. У них были бренд. Там всякие. Смотри, Юра, Avon. Вот это Avon из коллекции. Давно.